Следующий год в России объявлен годом памяти. Страна отметит 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Реализацию проектов, направленных на развитие гражданственности и патриотизма у молодежи, обсудили на заседании регионального координационного совета. Годовщине Великой Победы посвящены множество мероприятий – «Зорница», «Орленок» и другие. Школьники Чувашии участвуют в сменах гвардеец. Многочисленные акции организуют волонтеры. «Моя история», «Эстафета поколений», «Медиа Победа». Память берегут и поисковые отряды. Их поддерживают на уровне республики. В настоящее время у нас всего 39 поисковых отрядов и объединений, которыми охвачено более 500 человек. С 2017 года, благодаря поддержке главы Чувашской республики, у нас присуждаются гранты. Три гранта по 100 тысяч рублей. Это для поддержки поисковых отрядов при образовательных организациях. И три гранта по 75 тысяч рублей для поддержки молодежных поисковых объединений. Этот стаканчик поисковики нашли 15 лет назад. Сейчас он один из самых ценных экспонатов музея боевой славы Чебоксарской школы номер 57. Подарок бойцу на фронт выслали из Чебоксар. Сейчас поисковики пытаются найти родственников дарителя с инициалами РМЯ. Обсудили инициативу ДОСАВ. В столице Чувашии предлагают создать аллею памяти 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка. В следующем году будет 20 лет со дня подвига воинов-десантников в Аргунском ущелье в Чечне. На этом доклад у меня.